друзья, всем добрый день, вечер вернее уже. Находимся в лесу, как это уже можно видеть, в зимнем лесу, зимняя сказка. Поехал в лес, поехал на установку фотоловушек, взял сегодня все три с собой, все три установим куда-то, не знаю, придумаем. На улице у нас прохладненько сегодня, минус 20 показывает, но уже ничего не держит дома. Ехать, конечно, холодновато, но потихоньку на снегоходе на ходу еще холоднее ехать. Ну, уже все, я говорю, уже ничего дома не держит, все, надо ехать. Достало. Фотоловушки, они должны снимать, работать, как говорится. Вот видите. Ну, не знаю, видно, нет. Короче, 19,4. Ну, это уже от двигателя. Сейчас тепло пошло. Смотрите, как классно. Тишина в лесу. Спокойно так. Ну ладно, что, поедем потихоньку, смотрим. Друзья, одна фотоловушечка установлена на кабанчиков. Вот он сидит, долбашит. Дятел. Там справа еще один где-то долбит. О, перелетел. Вот сюда куда-то сел. Друзья, всем добрый вечер. Представляю вашему вниманию все, что удалось наснимать на вышке. Вот он, один кабанчик. Всего лишь ходит. Больше никто туда не ходит. Вот он, один. Голос у меня такой еще не свойственный, не мой, потому как я все еще болею. Ну, вот кого-то маленько кушает, там роется. Ну, так себе. Ну, всего лишь 3 20-секундных ролика с кабанчиком. И все, и там дневные съемки пойдут сейчас. Ну вот, это уже дневные съемки. Тут у нас глухарик. Тоже ходит, кормится. Полноценная зима уже. Как можно видеть, у нас там стоит 20 декабря, съемки свежие. Глухарь.
глухарь. Птица очень осторожная. Все что-то ходит, прислушивается, смотрит. Тут два уже глухарика. Это у нас 18 число тут. На следующих съемках я уже, друзья, везде отключил вот это, чтобы внизу показывалось время, там год, месяц, число, отключил, ни к чему это. Поэтому всего этого высвечиваться теперь не будем дальше в съемках. Ну вот, это последние кадры с вышки, дальше будет лоси. Ну вот, друзья, добрались мы до лосиков. Ну вот, кушает, идет небольшой снег. Лось непонятно, что за лось. Мне кажется, это не лосенок, такой крупненький лосик это. Ест свежие осинки. Подваленные были у меня. Ну вот они. Сразу забегу вперед. Лосиков здесь будет 3. Типа семейства. Но все сегодня не войдет здесь, так как отснятого материала очень много. Разделю пополам. Будет вторая часть. Дня через 2-3. Это пока. Вот. Мне кажется, вот это лосиха. Ну, сегодня здесь их 2 появится. Лось, мне кажется, и лосиха. Потом еще лосенок будет. Кушаю. Снежок небольшой идет. Щиплют мелкие веточки, осины. Задом повернулась. Число у нас стоит 20 декабря. Съемки свежие. Сегодня я приехал из леса, забрал ловушки. Не ловушки, а поменял флешки, аккумуляторы. Ну и вот это данные. Такой лось довольно-таки. Сейчас вот, наверное, в кадре их появится 2. И на этом закончится. Вот. Вот начинается последний уже кадр. Вот их тут 2 лосика. Кушают, стоят. Ну, в общем-то, все. Смотрим канал. Подписываемся, будет еще много всего интересного по животным, по рыбалке. Всем удачи и пока!